Сильнейший ливень в Новосибирске сегодня затопил вестибюли метро, привокзальную и южную площади, подвалы торговых центров и превратил улицы мегаполиса в реки. Так, под воду ушла подземная парковка комплекса «Мега» и трамвайные пути на улице Мира. А пассажиры метро на станции «Красный проспект» передвигались по щиколотку в воде. Потоки хлынули прямо в подземный переход у дома офицеров. Ливневая канализация не справилась с нагрузкой. Жители правого и левого берегов устроили соревнования в соцсетях, кого больше затопило, с фотографиями и видео. В нашу редакцию поступали звонки из разных районов мегаполиса. Так, на пересечении улиц Едринцевской и Фрунзе асфальт размыло так, что машины не могли выбраться из ям без помощи специальной техники. Меньше всего повезло жителям дома по улице Бориса Богаткова. Там идет ремонт крыши, и стены квартир промокли на двух верхних этажах. А на улице Романова из-за потока воды сорвало трубу и залило подъезд и первые этажи.